Рулетки, смотри, рулетки, я лучше движение, да? Ну, не совсем, конечно. Ну, тут эпизод есть такой, который очень поучительный, по-моему. 42 годы. В 40-м году напала фашистская Италия на Грецию. После того, как победили итальянцев, бросили в Албанию, чуть ли не к морю, была замешана немецкая армия в 41-м. И, конечно, победили они. И замешаны немцы, итальянцы, болгары захватили страну. Там у нас было партизанское движение, очень сильное, во главе с которым коммунисты. Освободили примерно 3/4 страны до 44 года. В 44 году осенью к нам пришли англичане с колониальными войсками во главе с генералом Скоби. Они в декабре 44 года устроили провокацию на центральную площадь Афин. Снайпер там и пулеметчики стреляли по безоружной манифестации. И началась гражданская, так называемая, то есть фактически те, которые были сотрудниками немцев, пришли на службу англичан, перевооружили их англичане и бросили против народного движения, против партизан. А после этого, после того, как мы, то есть левые партизаны, держали свое слово, думали, что это союзники, мол, наши, да? И наши обязательства выполнены. И подчинялись Скоби этому генералу. А после первых сражений, когда не приняли участие наши основные силы партизанской армии, были в горе. В городах больших были только запасные части с легким оборудованием. Нехорошо обучили, нехорошо вооружили. А после того, как выразили нас там магичане и колониальные войска, принудили, в то время, когда основная масса нашей армии, партизанской армии, была не замешана, принудили к перемирию. Это так называемое соглашение в Аркизе. Там обязали нас отдать им 45 тысяч личного вооружения и тяжелое оружие, которое у нас было. А мы взяли и дали им 55 тысяч. Друзья, союзники, партнеры. Да? А потом началось такое, которое неописуемо. Резня просто. Насилование. Массовые расстрелы. Лагеря концентрации. Пизда себе перед тюгом точно нахуй. Двоє землі нахуй. І пішов другий раунд партизанської війни. Уже в цілях самозащити цих людей, фактично без оружия. Трофейні брали так, туди-сюди. Но з тих пор ті сотрудники немців, які правили балом во время Второй мировой, стали сотрудниками американцев, затем англичан, затем американцев, и до сих пор их семейство правит страной. Это они подписывают все эти соглашения, это они делают все эти шаги. К чему я говорю? Я писал, как только я видел в сентябре месяца это перемирие, я писал все возможные имейли товарищам здесь, в России, чтобы не шли на такие условия ни в коем случае, чтобы не обезоружили народ. Потом будет кошмар, будет резня. Сейчас так она получается. Вот, я об этом и говорю. Об этом и говорю. Очень поучительно. Печально и поучительно эта история. Нам нужно извлечь уроки. Они скажут всякое, что они за перемирие. Они же якобы за единство народа. Якобы за единство национальных интересов. У них есть такие схемы, такие слова не умеют делать. Есть политтехнологи, которые работают на это. Но за этим скрывается всегда беспощадный классовый интерес. И если нет бдительности с нашей стороны, они могут нас уничтожить еще раз. Сейчас снова в Минске о чем-то договариваются. Видите? Кто-то мечтает о перемирии номер, о Приднестровье номер 2. Но это не бывает. Условия совершенно другие. Украина это не
Приднестровье, не Молдова. Ситуация другая. Уже идет третья мировая империалистическая война. Уже идет. Это не будущее. Это настоящее. Да, уже сегодня. Да. А кто готовит народ к этому? Никто. Народ просто использует. Никто ни к чему никого не готовит. Именно. Поэтому нам нужно очень старательно объединиться, готовить народ теоретически, идеологически, практически со всех сторон. Очень важно. Подсинялись скоби этому генералу, а после первых сражений, когда не приняли участие наши основные силы партизанской армии, были в горе. В городах больших были только запасные части с легким оборудованием, нехорошо обучены, нехорошо вооружены. А после того, как выразили нас там магитяне и колониальные войска, принудили. В то время, когда основная масса нашей армии, партизанской армии, была не замешана, принудили к перемирию. Это так называемое соглашение в Аркизе. Там обязали нас отдать им 45 тысяч личного вооружения и тяжелое оружие, которое у нас было. А мы взяли и дали им 55 тысяч. Друзья, союзники, партнеры. Да? А потом началось такое, которое неописуемо. Резня просто. Насилие. Массовые расстрелы. Лагеря концентрации. Все, пизда с оператюгом точно. Двое экзамены нахуй. И пошел второй раунд партизанской войны. Уже в целях самозащиты этих людей, фактически без оружия. Трофейные брали так, туда-сюда. Но с тех пор те сотрудники немцев, которые... Ну, не совсем, конечно. Ну, тут эпизод есть такой, который очень поучительный, по-моему. В 40-е годы, в 40-м году напала фашистская Италия на Грецию. После того, как победили итальянцев, бросили в Албанию, чуть ли не к морю, была замешана немецкая армия в 41-м. И, конечно, победили они. И совместно немцы, итальянцы, болгары захватили страну. А там у нас было партизанское движение, очень сильное, во главе с которым коммунисты. Освободили примерно 3/4 страны до 44-го года. В 44-м году, осенью, к нам пришли англичане с колониальными войсками во главе с генералом Скоби. Они в декабре 1944 года устроили провокацию на центральную площадь Афин. Снайпер там и пулеметчики стреляли по безоружной манифестации. И началась гражданская, так называемая. То есть фактически те, которые были сотрудниками немцев, пришли на службу англичан, превооружили их, англичане, и бросили против народного движения, против партизан. А после этого, после того, как мы, то есть левые партизане, держали свое слово, думали, что это союзники, мол, наши, да? И наши обязательства выполнили, правили балом в
во время Второй мировой, стали сотрудниками американцев, затем англичан, затем американцев, и до сих пор их семейство правит страной. Это они подписывают все эти соглашения, это они делают все эти шаги. К чему я говорю? Я писал, как только я видел в сентябре месяце это перемирие, я писал все возможные имейли товарищам здесь, в России, чтобы не шли на такие условия ни в коем случае. Чтобы не обезоружили народ. Потом будет кошмар, будет резня. Сейчас так оно получается. Вот, я об этом и говорю. Об этом и говорю. Очень поучительно, печально и поучительно эта история. Нам нужно извлечь уроки от этого. Они скажут всякую, что они за перемирие. Они же якобы за единство народа. Якобы за единство национальных интересов.